Притча «Крестьянин и адвокат». Дал купец крестьянину на сохранение 60 овец, а тот, движимый нуждой, одну за другой пустил их на пропитание семьи. Купец потребовал вернуть овец, но где было их взять крестьянину? Да и можно ли вернуть то, чего нет? Купец обратился в суд, но тут явился к крестьянину адвокат и предложил: «Дай мне 100 монет, и я тебя оправдаю». Согласился крестьянин отдать 100 монет, если суд его оправдает. Тогда адвокат его предупредил: «О чем бы тебя ни спрашивали, тверди все время только одно слово – ничего». Так и повел себя крестьянин на суде, о чем бы его ни спрашивали, он твердил свое «ничего». Наконец судья сказал купцу: «Ты же дал овец сумасшедшему, можно ли теперь с него спрашивать?» Выпустили крестьянина из-под стражи, подошел к нему адвокат и потребовал свою мзду, а крестьянин и ему знает твердить свое «ничего». Долго длилась беседа, но все без толку. Адвокат так ничего не добился. И здесь крестьянин оказался оправданным.